Ему все равно. Этот обдолбанный Чумба просто стоит и мочится на капсульную дверь моего кубрика. У него катарсис. А что там я? Что другие жители модуля? Ему плевать. Да, мужик. Сколько ж терпения-то в тебе. Я бы на том месте ему бы всю деку размозжил бы. Такие другого языка не понимают, только язык силы. Успокойся. Сейчас он имплант криво встанет. Знаешь, я стараюсь не злиться на их тупость и свинство, потому что они сами искренне не осознают своего зла. И агрессивно их в него тыкать ни к чему хорошему это точно не приведет. Ну да, звучит разумно. Но обычная дверь твоего кубрика от этого быть не перестанет. Слушай, я не снимаю ответственность. Сам посуди, мы с корпоратской завистью только думаем о личном комфорте. А случись что-то, так мы сразу готовы загрызть друг друга. Да. Слушай, я знаю, что могу прозвучать сейчас как какой-нибудь поехавший религиозник, но понимание — это ключ. Ключ к чему? Ключ к обоссанной двери. Мужик, прекрати жить в иллюзии. Мы даже сейчас, в 2077-м, остаемся животными. К сожалению. Но мало этого признать. Важно, в первую очередь, стремиться быть людьми. Слушай. Мир и порядок до сих пор строятся на силе. Я же вижу, как те, кто громче всех кричит о терпимости, абсолютно нетерпимы другим. И мы до сих пор воюем за земли, за то, чей бог правильней и гуманней. Потому что вместо вопроса «почему» и диалога мы выбираем путь силы в угоду только себе. Послушай. Понимание — это ключ. Не суди. Поставь себя на место другого. Подумай, кем или чем вызвано данное действие или ситуация. Помни, что зло неизбежно ведет ко злу. Отринь эмоции, анализируй действия, избегая вреда. Понимание — это ключ. Понимание — это ключ. Ну, современник. Так о чем в итоге история-то, с чем бы и закончилась? Алло. Дура! Приношу свои извинения. Я же не просто так тебя сегодня весь день скидываю, я занят. Но ваш идентификатор необходимо... У вас ну что, в офисе одни кретины, что ли, работают? Мы внимательно следим за качеством наших... А почему мой идентификатор все еще не удалили из вашей библиотеки? Да, вы мне сегодня весь день названиваете, а я отказался от вашей подписки месяц назад. Слышишь меня? Месяц! Алло? Повторите запрос.